Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Казыбаев Анвар, я мастер спорта международного класса по палеотлону, член национальной сборной. Сегодня я вместе с вами проведем небольшую тренировку из 4 упражнений, которые очень эффективны, всегда полезны в любом виде спорта, не только в спорте, для любого человека, который любит и хочет заниматься активным образом жизни, то есть физкультурой. Прежде чем начать тренировочку, обязательно вы должны сделать разминку, побегать, растянуться. Если вы в помещении, значит, просто потянуться, растянуться, мышцы подготовить, чтобы вы были разогреты. Ну все, погнали. Первое упражнение – это отжимание стандартное. 3 по 12 раз. Делаем отжимание. 3 по 12. 3 серии по 12 раз. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Таких мы делаем 3 серии. Отдых можно делать от 30 до 1 минуты. Следующее упражнение мы с вами делаем полуприсед. Можно с выпрыгиванием или же можно просто с поднятием на носочек. Полуприсед. Руки можно за голову, перед собой, как удобно. Я держу руки перед собой, полуприсед. Поехали, делаем тоже так же, 3 по 15. 3 по 15 раз. Если есть у кого-то вес определенный, можно 5-литровые баклажки брать, полторашки воды ставить на плечи, держать как удобно. Различные удобные для вас веса, которые можно положить на плечи, на шею, как удобно. Сейчас мы делаем без веса. 3 по 15, можно чуть меньше, можно чуть больше, кому как удобно. Поехали. И раз. Желательно без остановок, то есть сразу. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я сделал 12 раз, вы можете больше делать. И самое главное, чтобы коленочки ваши не заходили вперед носка. Тогда будет меньше травм. Следующее упражнение делаем планочку. Планку делаем 3 серии по 20-30 секунд. Становимся вот в эту позу, положение. Ручки параллельно друг другу, голова ровненько, носочки вместе. Таз ровненький, не поднимаем и также не заваливаем вниз. Все должно быть ровненько, голова ровненько. Смотрим на свои кулачки. 3 по 20, 3 по 30. И завершающее основное упражнение. Делаем статику. Стеночки прижимаемся, отчитываем где-то ступню, полторы ступни. Я делаю на глаз вот такое упражнение, прижимаемся к стеночке, делаем присед. Ручки можно ставить на колени, перед собой, вытягивать. Можно вверх подняться, прижаться, то есть как вам удобно. У кого какие интересы. Делаем 3 по 30, то есть 3 серии по 30 секунд. Все, я ложу на коленочки 3 по 30. 3 по 30 держимся, стараемся, чтобы мышцы ваши бедер были напряженные, то есть не поднимаемся, не опускаемся. Ровненько одну позу приняли, плечики прижаты, голову прижали, все. Можно вот в это положение, можно перед собой, как удобно. Завершающее, такое потягушки, можно сказать. Поднимаем вверх ручки, подтягиваемся вверх как можно выше на носочек. Ножки вместе, можно наклониться влево. Можно наклониться вправо. Опустились, ручки потрясли. Всем хорошего времени суток. Всем всего наилучшего. До скорых встреч.